Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Так, вот я немножко колец навыбивал. Видел то китайские ролики, короче, интересные такие, что они точат кольца. Кольца давай создадим. У меня есть 5 колец, создадим кольца еще. Аксессуары, если у меня свет не вырубят. Любые кольца, драгкамень нужен, печать. Ого, печать орка. Давно это кольцо добавили, что оно дает восстановление хп. Прикольно, ну мы зелененький создадим. Видим, нужен драгкамень, которого у меня очень мало. Создаем на все, что есть драгкамень. Я посмотрю, сколько у меня получится колец. Получается 9 колец. Создаем 9 колец. Короче, метод заключается в том, мы точим, если ломается колечко, 2 колечка. Нет, так не пойдет. Давайте вот так, да, наверное, попробуем. Сразу на 2 заточим, что у меня там по точкам. У меня тут точки есть, посмотрим. Сейчас. Блэст точка нужна нам. Так, точек нету. Создадим. Получится 9, 5, 14. Короче, давай 30-ку точек. Слушайте, через одно надо закинуть. Вот так. Во, погнали. Ну и докидываем там. Так, и на 2 сразу. Пилим. 28 точек. Нихера себе. Точим на 2. Так, видим, что... Короче, суть метода в том, что мы сейчас будем точить вот эти кольца, пока они 2 раза не поломаются. 2. Короче, 2 раза должны сломаться кольца. Так, 1, 2. Вот оно должно на 5 сейчас зайти. А ну, зайдет ли оно? Поставьте на паузу и напишите в комментариях. Сука, метод хуйня. Ну, давайте еще одно тогда. Кольцо осталось, как бы. Сколько? 240, а чё с... Чё с ценами, алё, блядь? Вы чё, ебанулись, что ли? Блэска 240 стоит. 350. Ну, блядь, ради эксперимента. Если получается 240. Блин, ну цена такая же получается. Но все равно дешевле так. Покупаем одну такую. Ну 240 это дорого, это писец дорого. Ну метод, короче, не рабочий, но его нафиг. Возможно, я не так делаю, но пофиг. Такое. Китайцы, конечно, они, ну у них там своя система всего этого происходящего. Них. Мы ее продадим. За 300... Так, 349. Прокнуло, прикольно. Мы еще в наварщике немножко. Так, создаем. Плюс 3. Да ну нахер, короче, это херня. Этот ВБР вонючий. Вообще, короче. Чтобы успокоить нервы, мы покрутим алхимку. Может, в алхимке повезет. Я плащ вот этот хочу. Он скиллреза. Он нормально скиллреза дает и защиты. На 1 больше. Надо желтое свечение ловить. Успокоин. Опа. Так, это что у меня есть уже? Да, я добавил. Че оно? 76-9, да? Ну, по идее, первый слот не должен попадаться. Че себе, блядь? Это че? Это кто такой? Че, в колу идет или че? Че это за... Игнорирование, снижение урона. Интеллект. Цена все ниже и ниже. Блять, за 100 это неплохая цена. Не знаю, мне нравится. Руна мудрости можно поточить, если выпадет. Или вот в коллекцию добавить ее. Мупочки. Защита. Угу. Так, ну что?
Ну чё, повезет мне или нет, то что столько колец просто принес в жертву. И погнали. Так, короче, я удаляю эту игру, нахуй. Так и заканчивается история. Видите, у него лицо какое злое, потому что игра говно. Ничего страшного, все будет хорошо. С вами был Розе, всем до новых встреч.